Это мне интересно. Вид шинков. Жопчая. Ну и, в общем, она зафотографировала, передаст. Я все передам. Она процесс. Она процесс даже за это. Я все сфоткала. Ну, конечно, я же сметана ее и вот, сок держится. Печеного яблока, все это пропиталось. Кирилл ел, говорит, интересно. Ну, я мне ел. Не влезает тоже. Вкусно, в общем. Нормально. Печеное яблоко внутри сушки. Сушка с печеньем пропитались сметанкой. И соком печеного яблока. А сверху вишенка еще. Кирилл вытаскивал эти ягодки. Косточки, и мы их сверху. Так что сверху вишенка. Мама довольна. Такая нарядная, да. Такая довольная. Сейчас арбуз отведали хорошо. Вот такой сладкий Саша привез. Ну и розы шикарные, Саша. Да, розы вообще, да. Розы вообще чудо. Они как бы... Ну я ей фотки скину. Крема бело-кремовая, а внутри... розовая. Ну я ей фотографию... Она фотографию перешлет. Очень красиво. Нежнейшие, да, нежнейшие. Мои любимые такие, как будто огонек внутри горит. Тикинек, ребята, вообще тяжело. Ничего, и все нормально. И как восковые, и терпкий запах, знаешь, такой мне нравится, терпкий запах у роз. Не розовым маслом, а терпкость. Розовые розы, о-о-о. Так что вот так. То есть ты думаешь, не будет, да, дядя? Она просто не хочет ехать, она спать хочет, устала. Понятно, ты устала тоже. Угу. Ну, да ладно, ну что, с работы, конечно. А это, как это сказать, может еще будет. Погода-то хорошая. Может еще. Ну а что непонятно? Ведь не сказали, что сезон закрываем. Не сказали. Не сказали? Вот, значит, все, ушло. Ай, значит, вот розы-то какие.